Тебе звезду пока что. Ну все тогда хорошо. А, в общем. Ну говоришь там, все. Кольчугу забрал. Дашь, да? Нет. Что выпало? Давай, косарь голды, бери, Слава. Ну Слава по-любому есть. Может столько буешек забирает. Блять, на ивенте был. Ты же офнулся там, я с голды раздал. 18 октября, кстати, следующий год. А что за ивенты во сколько? Скорее всего 8 также в четверг. Ну что ты это, блядь? Это долго, нет, 15 октября. Так вот доживи еще, блядь. Так, в общем, на ком будет укус, укусите квадрат. Квадрат троих покусает. Или четверых, я уже не помню. По-моему, троих надо кусать, да? На квест. Троих, да. Вот. Троих, вот. Давайте, пока человек на готовность, шаман, на сами решайте сейчас, на кого будете кидать свои щит земли, я кину на квестера, чтобы он не упал. Ну смотри, какой бич уже стал, блядь, пояс, груда тут, плечики, чешечка, плащик, блядь, пушечка какая, ну танка, правда. В центре не стоит. Последний чек. А МП5 не будет, фибрилляция поставь тотем на МП5, потому что у нас один паладинов хорошо. А, он уже здесь, кстати. Ну-ка, шкаф поставьте. А, он тут, все. Да ничего не надо. Бафа и МП5 всем будет. А Капар куда ушел, его давно нету. Просили? Я не знаю, куда он шел. Я надеюсь, он потом подойдет. Последний черт. Гали, все, все тут, поехали. Это было неразумное решение. Я голодна. Сходи, поймай зеркало, ты сейчас можешь. Там только надо ретаун сделать. Просто пусть фэдборду станет вместо танка и все. Попал, выйди пока, стой под жопой, а этот пускай зайдет, станет под мордой и получит зеркало. Что делать, квесты? О, вы там Мар? Получили? Да. А на ком укус? На Хакс укусишь Агримара, я сейчас на нее метку поставлю. Квадрат. С фактом сбегайтесь. Все. Ты ему получил укус, да? А, нет, это у тебя. Да. Понял, ладно. Так, у нас нокдаун решил сделать самоубийство. Ему надо отойти. Спокойно сбегайте. Сказал он? Да, он мне написал. Не тянешься, не бух. Гильдаль, давай гимноман, я тотем поставлю. Потом на хп пой.
артефакт, надвигаемся. Ой, забрал ничего, не забери. Или это был лок стоит, ты кусаешь хила? Да я не понял, кто меня еще укусил, блин. Да причем тут это? Еще ему надо один укус, да? Ты меня укусил, конечно, молодец. Рик на хп дайте. На хп крик дайте. Начинаем представление. Надо подождать. Так, давай, кусай. Так, это последний укус у тебя, да, Бар? Все, тогда сейчас добивайте босса, блять, кого укусить? Укушен, уже укушен. Ёпта, на тебе босса укусить, чел. Да кидай меня, кусай меня. Я уже укусил, сука. Вон, гляди, бьем этого петуха. Астакалье пойдет. Ну это не точно. Вчера упал. Щит упал. Я же говорил, щит на танка. Понимаете, нокдауна. А вот зайдешь на холика? Зачем? В смысле? Ну ладно. Квест давайте, не забывайте. Бафы там, кресты 2 минуты остались. Квест, да, сдать не забудьте, что там идет на сцене. Песком нахуй. Что тебе угодно? Так, у фюрилляции, по-моему, есть аршан, да? Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Смотри, уже 25 эмблем. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! С их помощью мы пробьем... Так, напомните, сколько кварталов у Вальки? 8. Хорошо. Может кто пока спит, нас помочь на трэш, да, там чуть-чуть отойти. Напишу уничтожатора, пускай спит. Вы выманите их сюда, и мы вам поможем. Он тут еще варан у нас в танке. У тебя есть танк? Какой-нибудь ухо танковское. А у тебя вообще спит есть? Че? Я покорю 3 минуты, можно пока трэш? Иди. Какая хит дали, если что. Так, сейчас уничтожатор напишу, чтобы БДК скакнулся. Так, он скакнулся, можем идти. Погнали. А вот я частицу на одного, на второго танка можно щиток кидать, да? Да. Не обязательно, можешь кидать на любого, кто получает много урона сейчас. А того можешь щит кидать. Надо дать, к примеру, на любого милика там. Я был на Мараксусе, наверное, да? А
так должно быть? У меня раньше для этих правосудия он такой большой, типа. Да, да, да. На 40 метров. Ну, а реакцию с вместе с Локом мы бы уже могли добежать. А, слушайте, а тут вроде как-то этот курок багается у нас теперь по-новому. Нет. Там типа не надо в комнату заходить или что? Ну, он даже сейчас забагался, он почему-то не бежит. Да, да? Хе-хе, нормально. Хазарак залить. Что, он забаганный крок стоит вот он? Да, подведите к нему трошак. Не дайте Финкельштейну. Пусти. Ну, в чем не шевелится? Да, он стоит. Он кричит что-то. Он может, да, сейчас подействует. Ну давайте бьем. Да, сейчас должно быть что-то. Это типа эти сдохли. Дураки. Можете бить на бейте, себе, пожалуйста. Звезду бейте. Бейте. Я что-то отвлекся на этого крока, и бейте кружочек. Но кружочек надо слить обязательно. Он же и вызывает там. Ну, они в конце стоят там. Не кружочек вызывает. Звезда вызывает. Так, у нас еще и ромбик не убит. Его тоже надо добить. Дайте гимны на ману, если есть. Уже по мане все. Точно на демона на лока идет. Триник. Чешка. Заливать 4 метра. Чешка и Талик? Да. Я думал, объект идет. Объект. А сзади Седер танчит на моба. Объект поменьше живет. Ну да, что Талик урывает. Ну, звезду сыграется, блин. Катя, уже по мане сел, я уже хилить не могу. Вы метки вообще бьете или вы там дрочите? В одну метку только убили. Это же дело. Забейте. Бьете АУЕ моба, а не носителя смерти. Он трэш призывает, призывает. Падает. Так, он вообще запустился или он стоял все время на месте? Я вот смотрю, он, я не знаю, что он вообще не реагирует. Нормально, вот здесь нет. Туда. Туда, хорошо. Какая-то вот хуйня реально, то ли надо бить моба, который призывает трэш, а он не бьет. Какая-то хуйня, его где все стоят, дохнут. И сдохнули, и не бегут. Причем тут сдохли и не бегут. Просто ХП, не, я не видел, чтобы уменьшалось у носителя смерти. Ну не бьют его, но. Так еще там в лужу заходят, которые призывательницы всегда кастуют и умирают. А когда умирают, то бить некому будет призывателю.
У меня нет цели. Встретиться с тобой большая честь. Ступай с честью. Сейчас Крока убьют нахуй. Не, его не убьют. Пойдите сюда. Ух, нихуя он хилит. Чем я могу помочь? Вот что-то читер. Это я его хитил, так. Двухстай, оф не, хант. А, двухстай, хант. Голова кружится. Баф раздавайте на ходу. Пристабаф тоже дайте. А если мы туда мы делаем, да? Нет, мы его уже делаем. Блин. Так ее там нечего делать, просто за глыбы танки забегают, остальные выселить за глыбости, это пиздец. Паевый, таинственный дам, прогулка по порталам, бля. А, прогулка по порталам, да, мы ее делаем. Мы ее туда не сделали. Пускай он там пиздит. Он не наступает. Сразу только не заходите, а ждите, пока Крок там свалька этот пиздит. Потом только заходит. Чтобы не забагать его. У кого есть хил аспект плюсуйте? Братики. Верните за мной, а? Есть у кого еще хил аспек? А, аспекнемся в хила потом. А, Клаймон, ты соло выхилишь рейд? Да. Хорошо. Чё, приз, отверни лучниц от рейда. Ходить? Я сам сказал, я сам зашел. И все. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Так, ну все. Говорят, типа нельзя можем, было выходить. Можем уже идти сюда. Давайте, прыгайте сюда, давайте. Ты что такое, ребята?
Купил. Заманите мне братья-то, пожалуйста. Или вы уже начали бой? Да, тут Валька. Давай что-то, блин. Копарство-то пока что не со мной. У кого там есть детская пыль? Сюрпризом. Ага, тогда сейчас я вам скажу, что пыль. А, хотя вот уничтожатор и этот потанчит. Ты что, не можешь танчить и кидать эту пыль? А что сломано? Так как она тебя... Тяжело это. Сейчас я... Давай я покидаю. А, у вас двоих есть? Тогда не, хорошо. У меня нету. Ну ты мне дай, я покидаю. Она персональная. Да. Это пыль. Что дает эта детская пыль? Уменьшать Вальку будем. А зачем это? Чтобы видеть портал? Да. Каску желтую можно? Сейчас у нас Капарсин пришел. На ФК вот он уже идет. А чего вы так долго не было? Он забыл написать. Я забыл написать. Бани был. В общем, так, на портал идут три шамана. Фибрилляция у тебя есть, Арсан? Или у тебя только Эля? Спекайся тоже Арсаму. На риде у нас остается Клайман. Мизантроп тоже с нами пойдешь. Так, и Войт давай тоже с нами. Как там хили частицу на Вальку, да? Да. Да нет. Можешь тоже Вальку хилить. Кинь частицу на меня, допустим, на танка, а хиль Вальку. По пристам, Крест, киньте. Так, пускай еще у нас в порталы заходит. Капросин, ты здесь? Я справа буду танчить. Давай, Капросин, тоже будешь заходить, и Гильдаль тоже. А, да, в общем... У меня нету... этого хилоспёрка. Ты просто будешь закрывать портал и стоять снизу. А, ну понял, а чего дело? Да, мы здесь от чего тогда провалили. Давай. Так, давай, сейчас, секундочку, я ещё шмот. Приодену немного. Дайте приста баф инту, блядь, чего вы там стоите, не знаю. Дайте баф, пока я шмот одеваю. А, в общем, как у босса будет 33 ляма, а геру пока давать не будем. Вообще без геры будем её хилить. А, зайдут потом другие люди, там милики, рдшники, неважно, вы просто позакрываете эти дырки, и мы дохилим в этот момент Вальку, пока вы будете в порталах. Я предлагаю так сделать. Кто там, блядь, сверху? У тебя, Дима? Да, это у меня. Скажи, все начинаю уёбки, блядь. Да, мне тоже уже разрешает. У меня жопа горит с ними. Так. Вальку меньше с размером потом? Да, тоже по команде. Усиление магии какие-нибудь тоже там не забудь. Дайте джирсу этому паладину, 18к хп. Какого паладина? Уфу металла, он полностью ломан. Он уже починился. Фибрилляция, ты здесь? Так, ну все, все тут. Давайте, погнали. Слева дофига. Бейте подавитель резко, он смотрите, какой он бежит он. А подавитель нужно сливать обязательно. Он еще стакается урон от хила. Раньше не стакался. Пытаемся занимать порталы потом. А под морду возле Вальки встречаем, сейчас я на себя звезду поставлю. Блять. Кометку на себя ставил. Я потерял. ТК давай, молодец.
То есть вот сзади там надо порталы занять. Вильдаль там шипы. Я сзади бегу, самый дальний. Хорошо, так. Так, так, так. Чего, все заняли? Давай я тут пойду. Вроде все заняли. Следите, если что, заходите. Блять. Вы... Блять, тут портал возле этого. Зайдите кто-нибудь вместо меня. Нет, молодец. Все, я. Дошел? Да-да-да, все, все порталы закрыты. Я не смог зайти, потому что там херня эта появилась и меня воздух подкинул. Подавители пока бейте. Подавители бейте. Я еще раз объясняю, не надо вам большого бить. Если вы так будете дальше делать, я вам уже пойду. Там подавители, потом маги, потом большой. Так, давайте опять занимаем позиции. Спереди там займите, сзади. Вот я уже занял. Займите портал рядом, впереди, быстрее. Справа. Да, еще один займите справа. Все, все заняли. Заходим спереди, встречаемся. Идите сюда. Давление сейчас будет смотреть внимательно. Давай, слева, давай, дальше. Справа. Порталы, секунду. Понимаю, порталы. Там слева далеко, займите два портала. Слева далеко два портала. Там где маг, вот, занимайте их. Занимайте, люди, вот, маг. Давайте сзади закрываемся. Закрывайте, ёпт. Закрыли? Если что, Марак, открывай. Все, я вот. Закрыл, короче, свой. Тим, блять, вы еще полетели по... Ладно, давайте туда полетели за сферами. Стойте, не закрывай. Блять, мы сейчас сферу потом потеряем. Секунду. Одну оставьте, подождите, не хлопайте. За секунду ее хлопайте, вот. И... Блять, примите уничтожатора. Порталы, 3 секунды. Типа, ковали. Последние порталы. Я у ворот. Справа далеко. Так давайте спереди, возле вальки займите. Займите порталы. Сейчас смотрите. Лучше еще закрыть. Без роста. А давайте еще зайдем, еще одни закроем и все. Да, и дальше пойдут только милики. А нет, стоп. Хотя, да давайте тогда лучше сделать. Нам нужно просто успеть сделать так, чтобы вот те, кто зайдут потом вместо нас, не вышли пока с... Ну, блядь. Ну, в общем, чтобы они остались сейчас, бля. Материальности этой. Дайте, дайте гимны на ХП. Я взлетел. Давайте еще одну закроем. Нет, закрывайте другие, другие люди, закрывайте, я даю герб. Закрывайте все милики РД. Займите позиции, хилы и киньте вальку. А кто будет? Здесь два портала, алло, Вася, кто-нибудь. Занимайте милики, стойте, так сильно не хильте, пускай не зайдут. А подавление сейчас выходит, кто его бить будет? Паны раздадите. Портал хильте, хильте. Зеленый перед. Что, все запрыгнули портал? Портал зеленый. Где вальку? Где ты тогда? Зашли. Все, молодцы. Все, молодцы. Давайте, давайте. Все, вот и все. Она все-таки, оказывается, так делается. Это я просто забылся. Грация. То есть, в общем, чтобы это чего сделать, нужно, чтобы даже вот эти порталы, которые даже появляются, их не должно быть. Бля, не дай бог с духами не сделал. Тут даже не всем надо было это очевидно. Олег, стоп, всем тоже. Нет, ты меня слышишь? Так. Это, я отойду. Я покурить. Тоже, блин. Я уже устал что-то. Давай на синдре сделаем. Кто давай? Синдре чего сделаем. Ну, блин, давай. Но если кто-то провалится, мы вайпаться не будем там. Здесь ничего там делать. Давай, да, ресните, ребят. И Войт, дай, пожалуйста, латные ноги на танк. Сейчас. Да, на синдере сделаем, так и быть. Постараемся, по крайней мере.
Так, ну тут, я надеюсь, не все хилы идут в АФК, мне надо отойти на минуту. Чего там где пропали? Славу никто не хильнул, убежали. Че там, кто там, алё, блядь, остался? Паша. Что я там уже прибежал, блядь? Кто там, значит, нет? Кого здесь нет? Все, это будет. Будет протокол взрываться, да? Смотрите, я первый под БРС. Вот так вот. Нет, уже не первый. Это я просто далеко. Антов нету? Залезли круто по луману, братишки. Полежим. Ну чё, хилы курят, я так понял. Лол, блядь. В натуре ни одного хила не было. Ты кудрый, блядь. Что-то пошло не так. Всем ГП, всем ГП. Войд, хиль, у тебя ж чешка есть. Да будет сам покажи. Разбежать через 3 километра. Да что за хуйня случилось? Хилы ушли все. Это братик мизантроп, наша братька могила. Ну ничего, мы вот дурень пофармим, все нормально. Я не понял, а что это сейчас? Вот что потому это? Что не было ни одного хитла, все хилы один пошли ссать. Все. Он клеймин, да? Все остальные ушли, да. Ну встаем тогда? Бежать еще за 3 километра, блин. Кибануться, это еще надо здесь уметь вайпнуться. Я думал, тут какая-то пара хилов станет. Отошел, называется. Вот он, лайк. Так, а что, все сдохли? Давайте бежим. Потому что не было ни одного хила. Ну, я предупредил, что отошел. Вот на этом трэше никогда не бывает. И все, на следующем трэше идут все танки тоже. Уничтожатор, ты здесь? Да. Это всех не захилил. Я у нас всех вайпнул. Да будет вакнуть всех, у него чешка, если он не хилит. Ну да. Ублюдок, ГП ему. Даже у меня чешки нет.
Да ладно, вы хоть когда-нибудь видели Войдена на этом ивенте? Вот, то самое. Вас нету. Ой, блин, срезните кто-то на лифте. Лифту, блин, что-то я побежал, шлакал. Ебать, лобка размазала. Клемис один. А, правильно, да. Слабо так уничтожата. Сможешь дальше, чем я? То спасибо. Ну чё там, где там все ребят? Спускаемся. Поставьте лакишка. Лакишка поставьте. Сейчас. Петь. Так, суммоним. Так вот. Казарак еще раз отошел. А то у меня уже чайник третий раз кипает. А кстати, можно меня сейчас суммоним, если я кое-что куплю? А, то вам поставлю. Это Мараксус освободить сейчас быстренько. Так, сейчас я запущу. Да его. Сейчас вот вернется, офигеет. А тот трешак вы вызывали? Да, здесь вызвали и... Почти. Я понял, что это упал. А ты его померли. Я понял. Я просто не заметил, что они меня быстро сожрали. Вот этот поймал. Да нет, не без, давайте, Пал. Ладно, Войд придет, мы скажем, мы ему репу набивали. И все. А здесь, по-моему, она не дается. Дается. Дается только за мелких дракончиков. А за этих же вроде не дается, за пауков. Ну что, с ивента вылазит. А, действительно. Блин. Столько мобов пропадает. Ты раньше давалось, помню, давно-давно. Да, давалось. Тоже можно чайник поставить. Ну, вижу, кто-то пал на том месте, на ДПС. О. Надоело откидывать, блин. А, пошло на сумму. Блять, ты рыбачок, а то нет. Зайди синдром сюда тоже, ничего.
Блин, это шика луа еще вылетает, я же его вырубил. Кого? Ошибка луа. Так зайди в выруби на свету. Так я его вырубал уже, блин. Ну ты прикол. Сюда на эту цену. Как вы агрессии? Петами? Это ханты, да? Да. Петом ханта. Гусяров в текстах летали. Здесь проход заплевал чуму. Ну где он там, блин? Заметил, что в одном из медиков плохо прописан поиск пути у мобов, и там можно так багать всяких пиздюков и плохо. А Шазарак, спикнешься потом тут влево. Вельма? Да. Ой, Бенха. Или хотя оставайся в хиле, я здесь спикнусь. Блин. Давай. Ну, 4 кила нам хватит. Кто 4? Ты меня считаешь, что ли, за хиле? Ну, 3.5. Пусть будет в хиле, блядь. А тут же еще квест же еще делаю. Да, пусть будет хиле. Да, мы вообще его тут сделаем с квестом вместе. Да. Легко чего делается. Просто танки должны меняться. Встаньте себе сюда компактно. В одну точечку. Там коня можно опнуть в метро, скорее всего, включим, да. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра норм. Там тотем убирай свои. Шаман, кто там стал тотем? Рашам, тотем убирайте свои. Вот. Фулл мета, лов не коня. Есть рыба у кого? Да, сейчас поставлю. Да. Чем все глыбы будем нести под босс на второй фазе. Танец энергии не надо накопить больше 5 стаков. 6 стаков копий, все, проволочил. Это у меня там чайник кипит, я еще приду. Ну давай, пока я. Слышали, ублюдки, да. Все? Все сбрасываем стаки за глыбами и не разбиваем, пока стаки не сбросились. Кому непонятно, что нужно сделать на этом боссе, лучше напишите. Что так надо, это чего на паладина? Да. Ну, кидается таинственная энергия каждые 6 секунд. Глыба каждые 15 секунд. Сюрприз, мы с тобой это меняемся каждую глыбу. Алло, суманите меня, пожалуйста. Поставьте локти в шкаф. Мрак, сюда сумани. Тыкайте. Давай МП5 всем. Ничего, вы падали что? А, вы падали? Да. Да, на трэше упали, потому что все хилы ушли. Я не хил, на меня не смотрите. Интеллект дайте. Да, сдам. Крест можете дать.
Магу. Каску, МП-5, помогу. У тебя каска 21 минута, тебе хватит. А, точно, ну тогда МП-5. Типа один. У нас тотем на ману стоит. Я раздавал. Ну, шаману вот. Ну тогда давайте чек на готовность. Квест делает Агримар, да? Да-да-да. Делаем? Почем? Чем садись на мамонта и лови дыхание. Все поняли, что здесь нужно делать? Да, какие-то... Так, метал ты здесь? Чтобы за глыбой стояли люди, а то вдруг... Да и мне стоит метка. Все, все тут, не спускайтесь. Все там как зависит. Ну все, тогда погнали. Танки меняйтесь на каждой глыбе. Забирай. Да что ты не очень не поставил? Ну, пускай так уже. Что-то не словил, ты нихуя не успел. Ну, в принципе, 6 минут, там, чтобы не проебать, лучше на конце лови, на второй, на третий, после взлетов. Последние 1-2 дыхания. Притяжка. Побежали, как курсгам. Ты не спиной беги, сдохнешь. Раз, что сдох. Так, звёздка пошла, смотрим на ком метки. Метки вниз, попал, споймаешь босса. На БДК. Ещё выйдет дальше немножко. Метки до 150, что бывайте. Низко падает, близко. Подбивайте. Опять там же. Ну почти даже. Крайне лево немного подбейте, слева далеко падает. А крайне правый тоже немного подбейте и хватит. На лестнице, ой, ну вот лестница падает. Последняя, все, лови босса. Убивайте. Еще один. Потяни немного назад. Все, вам забирать репрессии. Так, здесь надо вверх давать, да? Возможно. Ой, 6 стаков. Спецашка будет. Готово. Побежали. Пока не лови дыхание, можем долго бить. Потом поймаешь. Последнее пока не лови. Ваша жалкая магия теперь бессильна! Пока не лови, еще взлетка может быть сейчас. Не лови, слышишь? Дисклон, что ли? Нет, 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 никакого дисклона нет. Все нормально, похоже. Я забыл, как... Зачем он ловит? Я не понимаю, он не врука, что ли? Да, пускаю. Если мы его сейчас бить будем после взлетки, 3 секунды. Дольше 6. Так, ну ты уже... Смотри, вон взлётка. Нет, тем не спускайтесь. Ну вот, смотри, 6 минут успеем, нет? Дай ГП Войду. Зачем? А, слева... Чё он фридом не кидает? Очень близко. Кому? Тер должен ДК. Кидать. Да, отряд должен кидать, я забыл, извини, пожалуйста. Слева, близко падает. А чё, сейчас кто-то стулцует, кинет? Я вот уже здесь падаю. Дайте ему, он возле тебя стоял. А, вот, всё, кинул. Все, давайте все за склеп прячемся. Склепы быстро не разбиваем, пока стаки не вниз скинемся. Сейчас я на себя метку поставлю. Давай, Эндора, неси под босса. Эндора, мы выноси под босса, милики отошли, милики отошли, милики отошли. Вы видите, блядь, разбивайте. Тупые, контуж.
Кирилл, тупые контужены. Сделать. Пау-пау, меняй. Шазарай, давай под босса. Шазарай под босса. А куда ты пошел, Агримар, блядь? Тебя ушел? Умерите, блядь, а что стоит? Сука. Напишите ему этому дураку, сука, чтобы он в рейд вернул. Эй, вернись в рейд, вот и ладно, пускай дохлый валяется. Проебал квест, короче, пошел. Следующий под босс. Меняй меня быстрее. Накс. Накс стоит в рейде. Под босса, блядь, ты... Спрячьтесь под него, пока. Блядь, ты тупой, бегите сюда. Бегите за глыбы, тихо. Блюдок. Бегите за глыбы. Все за глыбы, прячьте следующий под босса и разбивайте ее. Танк, иди, иди меня. Так, на мне и босса. Нахуй от него. Танк, иди меня. За глыбы все сты. Треугольник, крестик, вот эти метки вставай. Разбивайте меня. Че тоже под босс. Под босса неси. Мирики съебались нахуй в ужасе. Разбивайте. Подожди, 5 секунд, не разбейте слишком быстро, что не успею скинуть. Видишь? Какие тупые! 6 так, всё. Босса, гав... Блять, а Пабл не спасает, да? Нет. Да тут уже не Фэй не спасёт. Да тут все, Сэм. Ну, блядь, говорил же, зачем так быстро разбивать? Ой, блядь. Какие вы, суки, просто. Ты мне сейчас вот часто не думаю, сейчас буду тебе ИП восстанавливать. Вот прям сейчас в рейде. Зачем ты мне пишешь, блядь? Блядь, разбивайте. Что, опять мелики тупые, да? Да. Какие-то ДК там стоят, видео. Следующую блядь. Давайте тоже. Эй, сторону. В сторону носить. Блин, отойдите от него. Стоит, ёбаный в рот. Не, я хаксу. Не знаю, может быть. Давайте вайпнемся, короче. Разбивайте их. Дебил. ХП, дайте мизантер под босс МС. Именно на ХП, давайте. ДК, ДК, хил. Разбивайте его. Давай, беги, сюрприз поменялся, короче. А Шазарак, иди. Ладно, если под босс уже. Сейчас танка заморозим, да? Не заморозить. Только мизантроп. Это самый конченый вот синтеркарный. Разбивайте эту глубу. Попало, надо захилить. В сторону неси, Гильдаль. В сторону неси и бейте босс. Дайте гимноману. Гимноману дайте. Долго еще бить, еще 5 лямов. Надо еще под босса нести. 4 ляма еще. Неси под босса, я вижу. Я знаю, блин, Войт, не учи. Это обычка. Что мы будем стоять и каждую под босса нести? Не учу еще, но... Чего все равно провалили. Еще тоже в сторону носите, бьем босс. В сторону носи фул метал. Хватит рейд. Добивайте уже этого босса. Следующий раз сайдерных я сделаю, наверное, в сторону носи. Лайма, в сторону носи. В сторону, куда ты несешь под босса. Талик. Ну ты говоришь людям не бейте склеп, потому что нужно это, чтобы время, чтобы скинулось. Они все равно дальше продолжают просто бить. Там, по-моему, одной секунды не хватило, да, там, буквально? Да, там почти секунды, там почти ничего. Обидно. Обидно. Это было на прошлой неделе, что-то с нами прошло. Что я тебя за битл занял где-то? Пана, ну вот чё? Почему для Талика ты оставила этот лут, а? Какая разница? Большая разница, сейчас паролят все, надо кому не надо. Я ну, думаю, кому она не надо, ее разница не будет. Если сролит Талик вар, то... Зашмотся. Не он, если... Куда Талик ушел? Так, я спекаюсь в Лема. А Седер спекайся в ДД. Я чему мы делать уже не буду. Можно ее делать. Мы никакой мочу не будем делать ничего, у нас такие чумы. Не, мы ее на прошлой неделе делали. Мы с духами провалились. А вот, заходи там на свой соло.
Ты уверен, что мы ее сделаем, это чего? Да, мы ее сделаем, заходи на сову. Так как ты бить духов-то будешь? В три совы? Или сколько там? Две? Ты надо, блин. Ну, три совы у нас, Локи, ШПшки, я и Лем. Пусть заходят на РДДшников, блин. Ну, милики тоже пусть кто-то заходит, если есть. Милики, если у вас есть это ачиво, либо вам пофигу на ачиво, тоже можете зайти. Что здесь оффа тебя, это Кукувася, не заходи на своего мага. Тут оффа и своего персонажа. Ты БДК оставайся. А куда ты войт ливнул? Тебе не надо здесь ничего? Ты про что? Ну, про лут. Все равно лечал там, лечал там. Пожалуйста, не лутайте, ребята. Ты же щелкаешь, аншит. Вы мне перебиваете, меня аж бомбит. Ты просто здесь оффаешься, оставляешь его на личе. Потом как сделаем эту ачу, убьем лича. Ты потом вливаешь, оффаешься за свою сову и заходишь на паладин. Так лут не во время ивента. Групповой лут вообще-то передается. Групп лут будет стоять. Ты просто зайдешь на ивент. Ну, может прилив упасть. Ты не передавался. Потом будешь. Я ж когда на принцах во время... Вы уже спулили, мне ничего не отдалось. Потом будешь кричать, ой, прилив, лучше пьяно на паладине. Кстати, а в Хейме такая фигня работает? Чтобы лут другим получить? Нет, нельзя. Вон ягера, берите. Зато бан полагается. Вот смотрите, ДПС. Бля, куда мне ночной волк плюсует? Это, ты на ком сидишь, Кухуаси, какой у тебя матник? От мид, все, я понял, сейчас. Нет, а если во время трая я оффнусь и зайду на другого перса? Нет, не получишь лут, успокойся, и так делать никто не будет. Так, Локи, поставьте шкаф. Ну, вы хуйней страдаете, блядь. Пишите макросы на духов, блядь, хули вы сидите. Один лок будет бить, нахуй, какой-то штака там, блядь. А остальные нихуя не будут сейчас бить. Пишите, семи порчится. Слэш С, зловещий дух. А, Клайман, у тебя сова? Да. Сейчас, секундочку. Слышите? Мне не нужен лич, я могу и уступить место. Ну что, на танке будет? Кто может уступить место? Клайман может уступить место. А, нет, Клайман, вставайте. Тыкайте, блядь, в эту шкаф. Так, самоньте Вайда, самоньте Мида. Макросы еще пишите, блядь, слышите, нахуй? Линкуйте людям макросы, нахуй. Сейчас один человек будет бить, и вы проебете, нахуй. Потом еще посмотрим, кто духов тебе бьет. Да тут половина вообще не понимает, что происходит в этом мире. Цедер, ты в ДД остаешься? Я уже в ДД. Скинь престок в одну группу, чтобы они на перестал. У нас только два преста. А, в общем, БДК, ты будешь соло танчить, большого будешь на себя брать, ханты напуливать и большого на БДК. А чуму будете нести в рейд или зону, и ее там будет диспелить. Кто у нас будет диспелить чуму? Шунан, давай сделаем чуму. Чуму мы делать не будем, это долго. Блядь, если мы сейчас провалимся с духами, нам придется опять падать. Потом будем опять по новой эту чуму спахать, ну нафиг. Давай духов из Миланса, потом на следующем с этими, с чумой. Да, дип драйв духов, блядь, если вы их не сделаете, блядь, значит убиваем просто. Как так, давай чек на готовность. Чуму милизону несем, кто может подиспалить чуму? Ну, кого? Ты, я, в принципе, могу хазрак. Давай. Правда, это нихуя себе, у меня МК появилась. В общем, трешак ханты напуливайте на БДК весь полностью. И вступление тоже снимайте ханты с большого. Я вот, конечно, не знаю, слышно меня или нет, но люди макросы написали. Линканите БДК. Я не знаю, я посмотрю, как вы духов бьете, блядь. Как вы их в цель будете брать мышкой? Да. Слава, надо всех пиздить. Вот я написал. И... Штако, СС кинешь на БДК. Вот Гильдаль написал на иссушение. Лапу дайте. Фибрилляция, ты здесь вообще? Алло.
Ты еще напиши на всепожирающую чуму, потому что, блядь, они будут потом по одному, по два, по три лететь. Надо будет бить. Лапу. Я напишу. А Клайман, у тебя есть какая-нибудь вторая пуха? Почему тебе только травма одет? Привет. Бля, сука, спасибо, привет, что напомнил. Че, надо кем помочь? Не, у нас пока фул. Фибрилляция, ты здесь? Кралька, пошли мне. Лапу дайте, блядь, сколько просить-то можно уже, нахуй. Дайте лапу, друиды, блядь. Тупак, я тебя обожаю. Лаймон, ты здесь? Эндерама, ты тут? Матросы пишут. Я запускаю. Ты услышали, чему внесем в мили-зону? Нахуй ты чума, ты лучше про духов расскажи, что мы здесь делаем, какую ачивку. С духами. Я на третьей фазе все духи расскажу. Не должны хлопнуть, блять. У них 5 секунд есть, когда они висят. Все, запомните. Я думаю, они это знают, они не тупые. Какие духи, хуй знаю, вообще не понимаю. Ты что, типа, не знаешь, как это чего делать мне? Тут есть дофига разных духов, которых надо бить, которых нет. На третьей надо фазе. Надо линкануть эту ачиву вот так вот, она мне сделана. Мои поздравления. И прочитать ее надо людям. Бейте зловещих духов до того, как они взорвутся. Ты здесь один дух взорвался, его все, чего провалено. 10. Это все понимают. Никаких тайфунов и гром и молний нельзя кидать, потому что они получат ускорение. Духи. Полетят пули, блядь. Корни можно кидать. Давайте бейте лича. И чему мы не делаем, еще раз объясняю. Вот все-таки еще Клайман аспектно здесь. Два кило здесь спокойно пилится. Че это такое? Да, забирай. А мизантроп поднимешь уничтожатора. Забирай большого. Чему в мили-зону несем? Напоминаю. Правда, диспельте его. Диспельте. Поднимите уничтожатор, мизантроп. Подними его, пожалуйста. Дадите ему баф потом. Так, с меня диспел. Выносите в мили-зону. Диспельте там. Еще чему тоже мили-зону носите. Хакс, выноси мили-зону. Можете диспелить. Седера диспельте. Седера диспельте сам. Че, давайте переходку. Пошла на край. Забирай духа, ханты на пульте этого духа. Забирай, забирай. Ханты на пулевой, орда тоже на пулевой. Поешьте. Трошак нужно слить. Доты на шакаря тоже вешайте. Шакаря тут тоже подбивайте. Сверу подбивай, хан. Забери, заберите его. Забери свайда. Быстрее таунта жми. Куда ты убегаешь, Войд? Кожу прожми. Заберите свайда. Куда ты убегаешь? Ты чё? ДК что будет бегать за тобой? Чтоб подборда не убил никого. Ну ты же понимаешь, что он может этим, как его, удар грома или как он называется, хлопнуть рейд. Так, сука, я его отводил от рейда. Ну а ДК бы его забирал потом. И он бы потом хлопнул нас. Хватит дух. Танки так. С один танк. Так, сейчас я на себе метку поставлю. На пулы тоже с лакером. Звездочку установить. Залейте ему козыра. Блять, враг, еще один болван. А, Войд, поднимешь его. Я поднял, Кламен поднял. А, мизантроп, заливай Индер Шазераку. Бейте его. Что поднял. Залили. Поздравляю тебя. Что такое? Бейте духов. А, стернение пару секунд. Милики, отошлите. Мид, линкуйся. Молодец. Давайте сейчас становимся. А, в общем, осквернение понесете влево-вправо, рейд побежит назад. На пулов не вижу. Два ханта, рога, кидайте на пулов. Сейчас на БДК не увижу на пулов, на вальках, я вам потом ГП раздам. Только
кинули, как сказали. На духу. Готовимся, как первая валька спускается, со свернением влево-вправо выносит. Реакция должна быть как у мангуста. Так, Шазера. Молодец. Бейте. Уделите внимание. Крестобан, каску, лапку дай, пожалуйста. А на переходке потом споете гимноман. СС, видео уже ближе к краю. Сейчас мы переведем. Везде его в тени. Звезду видишь? Соскорнение будет. Выйди из центра. Веди его на край, лед. Ты меня слышишь, ДК? На край его уже веди. Идите тоже на край, не стойте там. Здесь и на край, короче, пускай он подыхает. На край бежим. Гимны на ХП сначала уже споете, потом на ману. Гимны на ХП поете, потом на ману. Приступал щелкнуть. А, ДК, на тебе СС есть? Тебе кинули СС? Так. СС есть, все отлично. А, в общем, если кого-то схватит, не помню, как этот скилл называется, который кидает в комнату. А хилы по возможности не хильте того человека, которого схватит, тогда духов не будет. БДК, если что, прожмется. Он умрет. Да, захилим. Не, если прожмется, он не умрет. Ты на него, если что, кап. А он успеет? Успеет. Все равно не зеры, не малича, блядь. Духи будут все равно. Так что, блядь, лучше захиливать нормально все дело. Там если есть дело, лишь залить в зрак. Он вздыхает, а то... Все, стой на месте, сейчас лич сам под тебя подбежит. Стой на месте, не надо за ним бегать. Так давайте, духа бейте лича. Старайтесь его не хилить. Разумайся, блядь, захилили все равно. Да не слушайте его вайда, блин. Да это хил, нахуй ты, блядь. Иди его на край, РДД, бейте духов. Дух уже бейте. Давайте, будет щелкать старпол. Все, щелкает. В очереди будем старфол отдавать. Давайте духов. Один, один, два, один дух еще. Замедлите его. Себе в следующую пачку. Давайте старфола. Там рост может... Осквернение скоро, блядь, я веру никто не дал, сейчас я дам. Блядь, там аккуратнее будь. Идите все. Убивайте, бейте, бейте их. Все. Ты не можешь подальше его уводить? Ты почему его здесь ставишь, ДК? Иди его на сам край. Бейте духов. Бейте уже, бегите на край. Давайте на край подбегаем. Осквернение сейчас будет. Убивайте этих духов. Пока леча. Еще духи будут, наверное, раза два. Тут один раз уже будет. Бейте духов. Отбегайте. Слав, вдали мне ману, а? Некогда. Осквернение сейчас будет. Один дух со скоростью света бежит. Отбегите! Где? Блять, уходи. Бейте там дух. Все, давайте следующую пачку. Лича бейте, лича. Проблема осталась. Лича бейте, куда вы духов? Да, тут пару лямов. Тогда убегайте бейте от духов быстрее, бегите оттуда, сова. Бегите. Беги, сова. Сука, беги. Спались быстро на край. Все, молодцы. Все. Блять, у меня мана закончилась, пол боя мана нет. В общем, Мит, ты можешь сейчас офаться и заходи на своего ДК. Вот сейчас офайся, я тебе скажу, когда заходить. Да, вдруг ачивку не зачитаю. А, ты на мага ачиву хочешь получить? Ну тогда тебе придется остаться. Сгорели в пламени ваши
Вот для чего. В почте еще что-то. Линканите по духам урон, по зловещим. У вас сегодня рейд ачив был? Нет. Это прошлую неделю добиваем. Так сколько не пойдет за эти две ачивы? Я думаю, так, 1250 за фул, я думаю, 200 ИП плюс, думаю, хватит. Даже не... хотя 200 подойдет. Пускай 200. Линканите по духу, знающий дух. Сделали две ачи. Так, заходи сейчас, вот ты сейчас можешь заходить, Мит, если ты хочешь на ДК ачи. Ебать, да я топ на. Заходи уже. Топар, заебись. А чё вы 5 линканули? Линкани все. Кто там хуёво бил, блядь, кто ниже меня не просит. А чё, где ваш гильдаль, блядь? Штаков, красавчик, гильдаль тоже нормально. Нихуя, я на третьем месте. Чё, вы добили там? Да, убили. Сделали этого человека? Да, добил. Молодцы. Ой, ты будешь сразу собирать свою толка? Конечно. Это для шамана пойду. Ничего не обещаю. Ты, я тебе сказал. А, ребята, вопрос, а на коде приста тут этот посох ролить с духом, да? И ты там зашел? Зашел, все. А ты в первой целка был? А, Мит, ты на кого получаешь ИП? На мага или на БНДК? Не, шаман, первого целка не было. Все кончено, сын мой. Не было еще ни одного целка? Все, давайте сделаем. Убиваем меча, получаем ачиву. По-любому перелив упадет. Не будем линковать в волчат, да? Как все вот так. Не, можем сфоткаться в Долоране. У нас, по-моему, такой фотки еще нету. Давайте. Как будто мы сделали я это. Была актуальна года 3 назад, когда эти драконы только пошли. Сейчас-то что? На сервера на месте. Ну, вот и нас, кстати, на тебя выйдет. ГЦ. Ногу выйдет, смотрите. На. Хоть две теренаски там упало. Так, на ИП никто не заходит. Сидит, на ИП заходит кто-то? Нету таких индивидуумов. Хорошо, я сейчас начислю на ИП. Ну. Давай, по 25 косарей. Чёрт.